С завтрашнего дня НАП начнет проверять электронные декларации президента, премьера и министров. Такое решение приняли члены нацагентства на внеочередном заседании. Параллельно будут мониторить декларации первой волны, поданные еще прошлой осенью. 2 месяцев, предусмотренных для этого законом, НАП не хватило. Глава и ее зам обвинили в этом друг друга, а еще госорганы, которые задерживают ответы на запросы об имуществе чиновников. Поэтому сроки проверки деклараций Порошенко, Гройсмана и членов правительства за 2015 год решили продлить еще на 30 дней. Я задавала питання до пана Радецького, який відповідальний за даний напрямок роботи. Хотіла б знати не тільки перші результати, ми їх не знали, але хоча б проміжні результати цієї перевірки. І сьогодні ми не почули відповідь.